Дорогая наша лавра Троицы Сергиевой. Вот в конце уходящего года я решил съездить, календарики купить, всем на подарки, приложиться к мощам преподобного Сергия. Да, ну же тяжело стало. Меня не снимают? Нет, не снимаю. Китайцев раньше сколько было здесь. Тьма. О, как пандемия выгнала всех. Никого не осталось. Но сегодня пятница. Интересно, есть очередь к мощам преподобного. Если будет много людей, конечно, стоять. Я думаю, не буду. Нет. Чего? Думаю, что надо. Не будет? Такой дороги. Да. Подвиги, да. Что в 70 лет вот так вот подниматься в гору, мне, конечно, тяжело. Думаю, к преподобному рядом жить. Да, и не сходить, это грех. Вот. Сейчас пойдем. Подобнее Отче Сергий. Моли Бога. Роман грешный. Вот. Пришел, как тебе грешный. Да вроде никого нет там. Сегодня пятница. Успенский собор есть в лесах. Ну, конечно, давно же реставрировать пора. Вот. С левой стороны. Трапезный храм. Впереди духовой храм. Весь в лесах Успенский. Предтеченский храм. Корреспондент.